Я. Честь тебе явиться. Но. Я вне себя. Как? Я весь в испарении. Говоришь, что? У нас в доме жили двое. Но. Как водится, жили, умерли и в землю зарыт. Но туда их. Так эти двое один. И этот один жив. Вот всегда так соврет, что как обухом по лбу. Есть воля ваша. Ты, может, натощак так врешь. Так вон, выпей водки. Что водка? Меня выше водки подняло. Выше водки? Стало быть, действительно необыкновенное дело. Со дня сотворения мира не было. Рассказывай. Представьте себе, оборотень, цирк, упырь, мною взят, при сильнейшем сопротивлении, с опасностью для жизни. Да где же он взят-то? На квартире умершего Копылова и умершего Тарелки. Но откуда же этот оборотень явился? Из земли вырос, с неба свалился. Из двух мертвых один вылупился. Я весь в воспалении, хожу как в тумане. Да где же он заарестован? Здесь, в секретной сидит. Представьте себе, вам честь, мне честь, полиции честь, награды, кресты. Сядь! Я взял при сильнейшем сопротивлении, с опасностью для жизни. Сядь, говорю, ты угорел. Я шевелям взял. Проклятый болтун! А ну, ступай к черту! Это мое убеждение! Крест! У меня крест! Георгиевский! Стал бы действительно казус! Жили двое! Оба умерли! Убийца, что ли? Явился один, и этот один жив! Черт возьми, даже лоб трещит! И ведь такая досада! Ничего у него толком не отберешь! Вот как бы мне его в резон ввести! А, постой! Вот так хорошо будет. Крест мне, крест, Георгиевский. Это мое убеждение. А это видел? Если я тебя ею промеж плеч двину, твое убеждение вон куда вылетит. Но это другое дело, это другое дело. По службе, черт возьми, знаешь, руки по швам. Докладывай начальству. Сего дня и числа арестован мной беспаспортный вуйдалак с опасностью для жизни при сильнейшем сопротивлении. А это? Человека обидеть можно. Имею честь представить арестован. Снабжен ли видом? Извольте усмотреть. Вид умерший. Хорошо, смотри, чтобы не ушел. А, все предосторожности взяты. Я его полотенчиком скрутил, а потом так затянул, что заревел при всей лютости, а заревел. Хорошо, хорошо. Ваше высокородие, вы ее положите, а? Кого ее? Ну, вот эту барышню. А ты с нею знаком? Ну, не то, что знаком, так видел издалека, но для чувствительного человека и этого довольно. Так это его имущество досматривал генерал Воровин. И его, и не его. Как так? Потому этот вуйдалак теперь на две части разбился. Одна стала быть Тарелкин, а другой Копылов. Что? Откуда ты этой билиберды набрался? По учиненному дознанию все сведения имею, что эти чиновники не умерли никогда, а самым жесточайшим способом засосаны насмерть. Засосаны насмерть. Как так? Так точно. По этому поводу сведения мы собраны в полнейшем виде. Говори. Извольте сесть. Я вам сейчас все в подробности объясню. Во-первых, у этого вуйдалака хобот. Хобот длины необычайной. А на конце хобота сосок. Как жало скорпиона и крепости адамантовой. Когда он свою жертву-то находит, так он этот хобот-то и выпускает в карман или в платок, это все одно. И начинает искать в вашей голове место. Надо бы мне что-нибудь твердое. Да вам палка. Вот именно палка.
Я тебя, старый черт, поплешет и съезжу. И начинает искать в вашей голове самое слабое место. Да вдруг как когтик! И начинает со всей свирепостью сосать, сосать кровь до самой смерти, до кончины. Однако это довольно явственно. Да, вот так и капитан Полутатарин говорит. Берегитесь, вещь редкая. Со дня сотворения мира не было, чтоб полиция и оборотня-то взяла. Да, две смерти, обе скоропостижные. Неизвестное лицо, оборотень ли, вуйдалак ли, то ли, сё ли, а все-таки следствие. Стало тут, кроме добра, ничего нет. Вот так и капитан Полутатаринов говорит, серьезных награждений ожидать надо. Так что вы же сделайте доброе дело, поскорее доложите начальству. Разумеется, доложить начальству. Без него брат далеко не уедет. Так вот и скажите ему, мол, ваше превосходительство, подчиненный мой, исправляющий должность надзирателя, самолично взял, доставил в часть при сильнейшем сопротивлении эдакой щади ада, лютейшего злодея. Но можно и так доложить. Более, мол, зависит от тщания в выборе подчиненных, которым ничего более не остается делать, как исполнять свои обязанности. Это уж как вам будет угодно. Конечно, брат, как мне будет угодно. Давай шпагу и шляпу, сейчас еду к начальству. Ваше броди, действительно, статский советник Варамин. Необычайное происшествие, сверхъестественное, арестовано какое-то таинственное лицо. Мы в недоумении. Ваше превосходительство, это я взял, я при сильнейшем сопротивлении. Это опасность для жизни, ваше превосходительство. Вам же известно, что Тарелкин, служивший у вас, помер, и Копылов помер, а Копылов не просто помер, а еще изрезан. Ему кишки выпустили и там сделали такую спятку, что до нового пришествия он ее не раскрутит, это уж не смерть, а шабу. Ваше превосходительство, и что за полиция на квартире этих померших чиновников по своей деятельности открывает? Да нет, все, ваше превосходительство, это я открываю, я! Полиция, говорю вам! Вы этого человека кусок хлеба до последней отрываете. Я, ваше превосходительство, как Суворов Прагу взял, лишь бы начальство было довольно. Это молчите! Сейчас еду к начальству, сие происшествие доложу в полной подробности, пускай оно само и распоряжается. Я не понимаю. Я не понимаю. Вы что, хотите лишить себя такой редкости и свое счастье отдать другому? Пошел, пошел! Вот! Я не понимаю. Помилуйте, что вы, ваше превосходительство? Нет, не хотим. Ну как же так? Начальство распорядится, пришлет вам на шею какого-нибудь амура. По особым поручениям в манжетах, от которых фиалками-то пахнет. Знаю, ваше превосходительство. Хватали вы
схватит он. Бывало, ваше превосходительство. Этих случаев веками дожидаются. Это же лакомый куст, тут награды, кресты, чины. Ох, так же говорит капитан Булгаторин. Это вам каждый скажет. Отец, отец, научите, что делать, а? Прежде всего, не шуметь. Дело держать в секрете. Оказалось, делицо вида подозрительного, происхождение неизвестно. Паспорт фальшивый. Прикажут произвести исследование, вы исследуйте. Начинайте с маленького до миленького, а потом развивайтесь. Поднимайтесь выше да шире, шире да выше. А когда запутается, тут так и хватай. Любой выбирай. Хочешь честь, а хочешь есть. Фу, золотые слова, ваш превосходитель. Ой, верно судить изволите. Главное, не давать ему воды. Не давать этому Тарелкину воды. Ни капли. Воды? Как воды? Вода имеет для этих злодеев разрывную силу. Не давать ему воды ни капли. А он, не могший по своей натуре умереть, всегда будет в томлении. Марш! Так его в томлении держать и будут. Однако, вас просится, как долго держать его в томлении? Там видно будет. Вы прикажите мне, я заморю. Ой, молодец. Ах, молодец. Молодец. Главное, не давать воды. А я со своей стороны все сделаю так, чтобы дело производили только вы, да и он, и никто больше. Надо начать с малого и кончить торжеством. Не давать ему воды ни капли. Прощайте. Ну, расплюем! Ну, и спалась! Необычайную ты вещь удрал! А, деденьки мои, деденьки, отведите мою душеньку. Что сказал генерал-то? Что сказал? Ушам не верю. Но если мне крест дадут, да знаешь ли ты еще, какую следователь власть имеет? Нет, не знаю. А какую следователь власть имеет? Следователь может всякого, кто он не будь, взять да посадить в секрет. Здравствуй, милая, хорошая моя, чернобровая, похож на Вея. Ура! Все наше. Я всякого могу посадить в секрет. Ах, задали бы мы переборку, да? И зададим. Ну, по первоначалу-то купца-попугайчика воду. Уж больно у меня на него руки чешутся. Живет и в ус не дует. Вы ему приказываете, изволили, а он смеется. Говорит, врешь, прошло ваше время, а нечто наше время прошло. Врешь, купец попугайчиков. Не прошло еще. Наше время.
великий день! Я следователь. Я! Строжайшее расследование буду вести я. Подробнейшее разыскание произведу я. Все мышиные норки, все лазейки буду наружу выворачивать я. А давно ли я сам свету Божьего по этим норкам и лазейкам бегал? Вот этих вот петличек дрожал. А теперь меня дрожать будут. Раболепствовать будут. Чести, звания, рассуждаю. То-то! Рассуждаю! Ты у меня смотри! Своего места не забывать! Помилуйте, Антиохил Дефидорович, никогда! Я тебе говорю! У меня одно! Деятельность и повиновение! Повиновение и деятельность только и знай! Слушай, Антиохил Дефидорович! Другие! Требует, пожалуй, еще преданности. Но мне преданности не надо. Потому как, ежели я тебя из службы выгоню, да с голоду уморю, так ты мне предан будешь. Это так. Это точно так. Я и сам говорю всегда, знаете, палка-то оно хорошо, уж как хорошо. А все-таки голод-то лучше. Голодом вы все сможете, голодом вы и душу тронете. Трону! А я вам про себя скажу, почему я человеком-то стал. Голод пронял, знаете. У меня желудок такой особой конструкции, знаете, не волк, а волкан. Он-то каши меру просит, а ему наперсток подают, да? Вот я и залкал. Вы знаете, как залкал-то? Хожу по улицам, зубами стучу. А сам говорю, буду предан, буду усерден. Только вы мою душу-то из этого ада, святые угодники и архистратиги, изведите. Вот они извели и к вам пристроили. То-то у меня смотри. Что вы, Антиохов Федорович, с какого побоища-то буйдалака доставила? Ну что, ты его допрашивал? Упражнялся. Ну что же? Сначала вертелся, а потом сознался. Умер, говорит, а теперь опять живу. Потом говорит, умереть бы рад, но не могу. И что же? Это он чистосердечно говорит. А как не чистосердечно? Другой день уже не поем. Тут всякое чистосердечие наружу полезет. Наконец сознался, что их целая шайка.
стало заговор. Я вам докладывал, и теперь докладываю. Меры строгости потребны. Хватать надо. Скоро едешь! Сам арестант сознается. Говорит, и генерал Воронин из оборотней. Стой! Ты что говоришь? Ну, ей показывает. Говорит, жало при себе имеет и яд жесточайшей силы. Вы, говорит, его освидетельствуйте. Кого? Ну, генерала-то. Ну, что же? А что? Будем свидетельствовать. Сюрпризы потребуем. Что теперь наше? Что ты? Я теперь такого мнения, что все наше отечество — это стая волков, змей и зайцев, которые вдруг обратились в людей, и я каждого подозреваю. А потому нужно постановить правилом всех подвергать аресту. Вкатить правительство наше предложение так, мол, и так. Мы в отечестве нашем поверку всех лиц. Кто такие? Откуда? Не оборачивались ли? Нет ли среди них змей и оборотней? Нет ли таких, которые живут, а собственно уже давно умерли? Или таких, которые умерли. А между тем, противность закону живут. А пожалуй, оказалось бы. Ох, ловля бы пошла. С одних купцов что можно взять? Не хуже холеры было бы. Холера, что вы говорите, холера? Холера это болезнь. И что, он какую память по себе оставила, по сей день вспоминают. А тут фуйдалаки, сатаны, оборотни, здесь преступление, сиди, кандалы. Чикова. Я лица тоже тронул. Свидетели тут? Кое-кто явился. Ну, начинай. Только ты у меня смотри. У меня правило. При допросах ничего не верю. А, я не так. Я, наоборот, всему верю. Не верь, говорю. Слышь, я вот, например, как. Вот приди ты и скажи. Он, мол, Шатало пришел. Слышь, так я не поверю. Не, я пойду и сам отрек. А я не так. Вот мне скажите, его превосходительство оберполисмейстер на панели стоит, милостыно просит. Всех малого, так я его так за шкуру и стеру. Оберота? Да что ты, а не могу. У меня нрав такой. А ты себе сдерживай. Не могу нрав. Сдерживай. Да.
этом желудке эдакое давление. Это стратаний спинной мозг. А, попал пальцем в небо. Спинной мозг, близка эта щелюдка. Спинной мозг воспалений, ну и щелюдка воспалений. Как пожар, так пожар. Его надо фотолечение. Да. Что вы, крестьян, крестьян, совсем вы спятили. Мы так свои головы потеряем. Мой колупа никогда теряет. Не нельзя. Я вам говорю, пол забудь, ест. А я тебе говорю, запрещаю. Не имей такой прав, я доктор. А я следователь. Имею на то секретнейшие причины. Ну, это дело десятое. Может быть, очень важный преступник. Вот какой! Политический? Больше! Что же больше политический преступник? МЧИ! Черт возьми, Антиохан Пинефорич, что такое, мой не знает? И дайте Бог никогда не знать! Это эти фреймасон? Хуже! Да! А главное, зловредное. Ой-ой-ой, батюшка. Ну, я ему микстур писуй. Нельзя. Ну, пилюлька. Ну, пилюльку можно. Что такое ему писуй? Салис. Салис, нет. Ну, экстракту нет. Ацефуетида. Это такое, я ему хоть и той фильтрет писать. Это навоз. Да чертова навоз. Вот чудесно. Вот если чертова. Это ему как раз по нутру придется. Только, Кристиан Кристианович, ты уж так пропиши, чтобы на случай видно было, что, мол, медицина свою помощь подала. Хорошо. Ну, а там что будет, то будет. Она ведь за это не ответствует. Нет, никогда медицина отвечать никогда. Никогда медицина отвечать нет. Кто-нибудь другой отвечает медицине. Медицина, она не может отвечать. Нет, никогда. А медицина никогда не отвечает. Да. Ну, давай, Иван Антонович, начинай. Ну, Ванечка, где ты там? Иди сюда. Ух, и смотри у меня. Расшивать и сил. Не зевать, слова ни того не произнести, грошей не собирать. Эй, качала! Слушай, ваш броди! Ну кто там у нас еще? Мещанка Брундахлыстов, ваш броди! Давай сюда, Брундахлыстов! Слушаюсь, ваш броди! Садись! Как звать? Вась? Как звать, говорю? Людмилой, сударики. Людмилой Спиридоновой. Ну ты, Людмила Спиридонова, силу Копылова знала? Знала. А кандидата Доверкина? Знала? Нет, не знала. Но тебе силу Копылова оказывали, ты его видела? Видела. Ну, признаешь ты его? Признаю. Ну, так это он? И он, сударики, и не он. Вот оно. Пиши. Его, как звать-то? Сила Силен Копылов. Ну, он. А с виду? А с виду не он. Вот оно. Прикажете записать? Непременно пиши. Пиши. Теперь вот что, кумушка. Имеем на силу Копылова подозрение, что он оборотень. А вот, сударики, можно, от него все останется. А нам мять твоих детей не признал.
стало подлец человек, от него все останется. Так ты с ним жила? Жила. И что же он оборачивался? Да завсегда. А на что же он оборачивался? В стену. Это как же он в стену-то оборачивался? А как я на постель-то полезу, так он, мошенник, рылом-то в стену и обернется. Так вот я с ним Агнец-Гадков-то не мучилась. Глаза с разбойником выплакала. Глаз, бывало, не сомкнул. Все плачу. А он дрыхнет себе, да и только горой его раздуй. А теперь жеребец. И от меня отрекся. И от детей-то отрекся. Кормить не хочет. Не мои, говорит, эти дети. Чьи ж, мало, эти дети, коль не твои? Укажи, чьи. Так не указывает. И как же, видя, что он таким образом в стену-то обертывается, спать-то с ним не робела? Робела, сударики. Рабела, так делать-то мне что ж? Мое дело женское. В показании взбилась с преступником в сожительстве. Не прикажете подвергнуть аресту? Ничего, подвергнуть. Не спустим. А вот! А может, вон дожди? Да вон дожди! Ребята, уже! Рот
Хирург. Хорошо, возьми у него бинокль. О, сбежай. Куда? Ой, Иван Антонович, опять ты за свое. Здравствуй, попугайчика. Иван Антонович. Фамилия твоя. Сколько раз говорить? Попугайчиком. Имя? Пригон Егорыч. Звание? Торгуемся. Чем? Повинной части. Ну, вы преступника-то знали? Ну, помилуйте, почем же нам знать? Позвольте продолжать? Продолжай. Ну, как же вам не знать? Да почем же нам знать? Ну, вы должны знать. Что делать не знал. А вы знаете, что мы какое тут дело следуем, а? Не знаю, Иван Антонович, не знаю. У нас здесь вон упыри, уйдалаки, мцыри, змеи. Чего нам тут говорить-то, а? Ну, чего говорить-то, а? Что это? 500-рублевая. Не могу. А сделайте милость. Не могу. Обижайте ваше скородие. Не могу, говорю тебе. Рад бы, но не могу. Ну, хорошо. Извольте. Флегонт Егорыч, ты меня знаешь. Ну, помилуйте, что? Так вот, братец, я без хитростей. Меньше двух не могу. Ну, обижайте, Антёха, ну что вы? Ну, какая ж обида? Обижаете? Ты Богу веришь? Веришь Богу? Верю. Ну не могу! Да ребята, подожди, ты уж... Да что такая обида-то? Какая обида? Обиды нет. Обида произвол. А у меня какой же черт произвол, когда такая моя необходимость? Ну не могу. Ну, хорошо. Ну быть стало по-вашему. Ну ты гнида, а где расписаться-то? Врешь, купец попугайчиков. Не прошло еще наше время. Ну, не хуже холеры будет. Кто там у нас еще? Дворник Пахомов, ваше. Ух, дворник Пахомов. Ну, давай сюда Пахомова. Пахомов! Подойди же ты. Ну подойди же ты к столу, черт не съест. А? Чавос. Ну, свидетель ли ты? Чавос. Свидетель, сударь, свидетель. Ну, знал ли ты своего соседа, надворного советника Силу Копылова? Чавос.
Встал, сударь, встал. Ну, а скажи, не оборачивался ли он во что? Ваш? Ах ты, каналья, протоканалья. Ну, долго я около тебя ходить буду. Ведь мне твоих братьев-скотов еще 25 человек опросить их надо. Ну, скажи, хватит ли меня? Ну, скажи, хватит ли меня? Ну, хватит ли меня? Как вашей милости будет угодно? Ой, как мне угодно. Ну что ж, мне вот так угодно. Шатава! А ну-ка встань за спиной этого дворника, и как я вопрос ему дам, ты мне его и резни. И так ты мне его резни, чтоб у него ответ пулей быть. Понимаешь? Как нам этого не понять, возбруди? Погоди ты, погоди, ну что ж ты? Как я ему вопросы сделаю? Слушаюсь, возбруди. Ну теперь, сынок, скажи мне, что замечал ты особенного в своем жильце Силе Копылове? Ну, я заметил. Ах ты, осел, ах ты, бычья рыба, да что ж ты делаешь? Ну, что ж ты делаешь? Что ж ты ему самый ответ-то испортил? Эй, Качалов! А ну-ка встань сзади этого быка. И как я вопрос свидетелю не сделаю, ты мне этого быка в шею и двинь. И он будет знать тогда, когда свидетели резанут. Слушай, ваш броди. Вот я вам механику-то устроил, а теперь ходить буду и отдыхать. Ну скажи мне, что замечал ты особенного в Силе Копылове? Что это? Что это такое? И вот, дворника допрашиваю, никак не соображу. Убили! 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 Ты что с дубовой башкой так дерешься? Их благородие приказали резануть! Я резану! Ты этого человека убьешь! Никак нет, ваше благородие! Я старевку знаю! Я его у самой загривок резану! Мне благородие сказали, нежели я человека убью, он меня палками закатает! Так я это у предметия имею! Приходите, я все скажу! Я и так все скажу! Мне ведь даже шею повернуть невозможно! Так я все что угодно, я все скажу! Все скажу. Ай, правда. Ступайте к черту. А ты, братец, не вертись. Ты не вертись. Ты, братец, обстоятельно говори. Не видал ли ты, оборачивался ли Копылов в зверь? Или скота какого? Не оборачивался. Вот в скота, ей-богу, не оборачивался. А ведь врешь. Да, что хотите делать? Не оборачивался, не оборачивался. Он в стену. В стену оборачивался. Вот оно. Каким образом? Ну, а спустится, бывало, с лестницы. Ну, иное дело случится там. Он прям в стену и обернется. В стену? Что ж тебе так и видно? Ну, конечно, сударь, оно мне так и видно. А что ж тебе видно? Ну, что лица-то не видно. Так тебе видно, что лица не видно? Да-с. А где ж лицо-то? Ну как где? Ну в стене же оно. Вот оно.
А великая стена? Ну, как есть наша стена. О, боже мой, а длина? Ой, 25 сажен. А вышина? 5 сажен. Вот оно! Аж мурашки по делу. Ну, да. Ой, а какое согласие-то, с показаниями с брондахлыстовой-то, а? Ну, да, да. Два свидетельские показания. Полное доказательство. Да, да. Ты пиши. Пиши. Ты пиши журнальное постановление. А дворника... Под арест. Не погубите, ваше высокородие. Ни-ни, нельзя, любез. Помилуйте, ваше милость, кто же будет улицу месть? А у тебя жена есть? Ну, как не быть жене? Жена есть. Вот она и будет месть. Ну, где же ей месть? Она не выметит. А городовой придет, да палку возьмет. Вот она и будет месть. Ну, коли городовой палку возьмет, вот она и будет вместе.
Ваше превосходительство. Следствие производим. Два свидетельские показания уже приобретены. Свидетели показывают. Оборачивался. Воды не давали. Ни капли. Следовательно, тоска большая и силы нет. Ваше превосходительство, последнее время при всей лютости ослаб. Стал показывать, что у вас служил, но только сбивчиво, и все врет. Искренности настоящей еще нет. Я, как свидетель, могу дать вам касательно тарелки, но очень важные показания. Еще будучи в живых, он мне вдруг с глубоким огорчением объявил, что иногда бывает... Иногда бывает зайцем. Собственное признание есть высшее всего мира свидетельство. Говорит закон. Да, и что в этом виде его собственные крики доставляют ему ужасные мучения. Ваше превосходительство, вот уж в деле, значит, имеем два свидетельских показания. Что арестант оборачивался, и к этому собственное перед лицом ваше признание. По закону полное доказательство. Подать сюда арестанта! Дайте воды! Дайте воды! 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 Дайте воды!
говори, чистосердечно. Кто ты такой? Я Копылов. Вздор! Я признаюсь, я Тарелкин. Только воды, дайте воды. Даже этому не верим. Ну дайте мне воды, я что хотите скажу. Только воды. Скажи, ты уйдалак? Да, уйдалак. Ну, сырю-пырь? Да, да. А кто твои сообщники? Весь Петербург и вся Москва. Говори поименно, кто и кто. Да мало ли их. Говори главных зачинщиков. Называй. Максим Воронин. Частный пристав ОХ. Квартальный поручик Расплюев. Ну и что же вы делали? Людей морили. Кого же вы уморили? Муромского уморили. Ну что же, кровь высосали? Да, да, всю кровь высосали. Ну, вы дадите мне воды? Змеиные утробы! Стой ты! Боже мой, какой жар стоит! Какое солнце! Печет меня. Я еду в Алжир. В Тамбукту. Какая пустыня. Людей нет. Все демоны. Демоны! Выйдите все. Мне все равно. Признайся, ты украл мои бумаги. Отдай. В Сибири будешь.
Оттого и в Сибири не буду, что не отдам. Умрешь. Умру, а не отдам. Томительно умрешь. Я жаждой умру. Хорошая вода. Ключевая. Прямо из реки. Господи, какое мучение. Ну, Надь, возьмите их. Вот они, бумаги ваши. Только воды. Дайте воды. Ах, предатель. Ах, змея подколодная. Максим Кузьмич, ну что мне делать-то? Я лучше куда-нибудь уеду. Ну, матенька, ну, Максим Кузьмич, ну не сердитесь. Ну, будьте отцом родным. Простите. Ну, что поделать? Ну, не удалось. Ваша взяла. Только во имя самого Создателя. Вы мне теперь помогите, а? Бумаги Копыловские мне верните. Формуляры его. Куда мне без них? Я тотчас в Москву увезу. Вот тебе формуляры. Аттестаты. Вот тебе аттестаты. Я уйду, я ей-богу уйду. Только у меня, пожалуйста, Максим Кузьмич, вы мне на дорогу долго. На дорогу. Пожалуйста. Вот тебе и на дорогу. Господа, а вам не надо ли управляющего имением, а? Имею вот аттестат. Об опытности и говорить нечего. Прошел огонь и воду. Насчет честности... Ну, сами видели... За правду страдал. Иными словами, удостоверение могу представить вам от любого общества сельского празднословия. Но вот особенное чувство и влечение заняться винокуренную операцию. Плодопеременные вам севообороты заведу, и с каким хотите удобрением. Компост ли разные, костяное, жидкое. А может, потверже любить, а? Так я все могу. Иными словами,
введу вам прогресс. Так что ахать будете. Но право подумайте. Хороший случай. Все, нет? Не хотите? Ну вот на всякий случай адресок запишите, а? Его высокоблагородию отставной надворный советник Силичу Капеловус.